Итак, знакомьтесь, боец в синем углу, fighting out of the blue corner. Ему 26 лет, рост 186 сантиметров, вес 93,2 килограмма. Профессиональный рекорд — 4 победы, ни одного поражения. Ladies and gentlemen, he's 26 years old, standing 186 centimeters tall, official weight 93.2 kilos. His professional record — 4 victories and no losses. Дамы и господа, из Барнаула, Россия, доселе непобежденный, the undefeated, Руслан Габараев. Его соперник в красном углу, his opponent, fighting out of the red corner. Бойцу 30 лет, рост 187 сантиметров, вес 93,2 килограмма. Профессиональный рекорд 9 побед, 5 поражений. Ladies and gentlemen, he's 13 years old, standing 187 centimeters tall, official weight 93.2 kilos. His professional record 9 victories and 5 losses. Из Краснодара, Россия, приветствуйте Степан Горошечников! And your referee in charge, Дмитрий Валуевич. Еще один бой в полутяжелом весе мы с вами сейчас посмотрим. Руслан Габараев против Степана Горшечникова. Статистика на ваших экранах. Помоложе Руслан Габараев, и он пока еще горечи поражений в своей карьере не познал. В синем углу Руслан, в красном Степан. Левшей работает Горшечников. На джебе. И тот, и другой. Ух, какой удар вопросом. С переводом. И еще один удар. Боже, ватон. Руслан Габараев прямо показывает вот эту фирменную технику армейского рукопашного боя. Попал! Да! И все! Вот это финиш! Возможно, это удар на 50 тысяч долларов был. И продолжает просто прыгать по клетке барнаульский боец. Ничего себе, Руслан Габараев. Браво! Невероятная развязка, смотрим. Да, удар вопросом. Первый раз попробовал, второй раз попал. Ну и затем несколько хаммерфистов. И Дмитрий Валуевич уже спешил оттаскивать Габараева от соперника. Ну что ж, Руслан Габараев, экс-чемпион одной из российских лиг, который сегодня вот так вот дебютирует в ACA. Интересно, как на все это посмотрят другие бойцы полутяжелого веса ACA, в том числе и Муслим Магомедов, чемпион, который будет защищать свой пояс от притязания Адлана Ибрагимова в четвертьфинале Гран-при как раз в Уфе 8 декабря. Не пропустите этот турнир. В предварительной части еще два поединка у нас с вами. Это Михаил Егоров против Романа Огульчанского. Полулегкий вес. И, внимание, возвращение Оскара Оскарова. Сегодня он разделит клетку с Аланом Гомишем. Так, на ногах Степан Горшечников. 6-е поражение сегодня у него в карьере случилось. Дамы и господа, ваш победитель пришел к вам через 22 секунды первого раунда. Ladies and gentlemen, your winner comes to you at 22 seconds of the very first round. Одержал победу нокаутом и остается нестающим поражением. Your winner by knockout and still undefeated, Руслан Габараев, Барнаул, Россия. Руслан, не уходи далеко. Несколько слов. Друзья, пошумите для Габараева! Мне кажется, многие мечтают о таком выступлении первом в ACA, такой нокаут. Давай сперва поговорим, что ты сейчас чувствуешь, прямо сейчас. Всех приветствую, спасибо за поддержку. Честно,
Первые 10 секунд я тут ходил, я думаю, я сплю, наверное. Я вот так хожу, думаю, да не, мне просто до этого снилось много, что я побеждаю. И потом я просыпался постоянно и расстраивался. Вот сейчас я не хочу проснуться, честно, я хочу, чтобы это реально было вот сейчас. Как тебе снилось, как ты побеждал? Вот точно так же? Один из моих снов был, да, такой. Вау, это интересно. Друзья, давайте поаплодируем. Что касается приема, удар вопросом, это твоя коронка? Честно, да, я вот пятый бой по ММА провожу. Я этот удар в рукопашке у меня часто проходил. И вот в ММА, я думаю, ну когда, ну почему у меня не проходит в ММА? Ну когда-то же, да он должен пройти. Вот он в нужный момент прошел у меня. В данном случае не сразу, со второго раза. Еще раз поздравляем тебя. Какие планы, когда ты готов вновь вернуться сюда в клетку? И, может быть, есть какой-то оппонент, который тебе был бы интересен в рамках дивизиона? Оппонента, честно, нету. То, что я здесь уже дерусь, это вот честно, я вам признаюсь, это моя мечта просто в этой лиге драться. Я просто счастлив. Тем более вот так. И я, честно, хочу выразить слова здоровья, пожелать своему сопернику. Мы с ним, честно, знакомы. Я не хотел этого боя, но... Нам пришлось драться, мы с ним уже на протяжении 4 лет знакомы, мы с ним по рукопашке 4 раза дрались. Мы уже друг друга знаем как облупленных, но, видимо, он забыл, что все-таки я бью ногой. Так бывает. Еще раз, когда тебя ждали? Ну, после Нового года. Не знаю. Тогда с большим нетерпением скорейшего возвращения. И хотел попросить бы бонус, все-таки нокаут, яркий, правильно же? Все. Ваши аплодисменты, Руслан Габараев! Виноват, извиняюсь, своей команде «Стрела Тим Барнаул».